Виновников торжества с Днем российской науки со сцены восхода поздравил первый заместитель главы администрации города Михаил Синюта. Наш город ждет великое будущее благодаря науке в том числе. И я желаю всем, чтобы в этом будущем было старшее, нынешнее и будущее поколение. Для участия в конкурсе была подана 51 заявка. Большинство номинантов – это молодые ученые, инженеры, студенты и школьники. Это очень важно. Но надо с чего-то начинать человеку. Вот он делал первый шаг в науке. Вот он молодой ученый. Его признали. Лучшим молодым ученым признан Антон Поросятников, кандидат технических наук. Он уже имеет звание «Профессиональный инженер России» в номинации «Инженерное искусство молодых». Кандидатскую диссертацию Антон Поросятников защитил в 25 лет. В минувшем году были опубликованы 7 научных работ, 5 из них в журналах, рекомендованных ВАК. Особо отмечена работа молодого ученого в разработке и внедрению в производство комплекса по изготовлению сливочного масла. Я руководствовался тем, чтобы увеличить производительность самих установок, снижением энергозатрат. 10 победителей конкурса награждены дипломами первой степени и золотыми пластинами. Марина Антуганова, Константин Белов. Наше время.